Девчонки, всем привет! Сегодня хочу вам показать вот такой вот новогодний маникюр. Уже скоро декабрь и скоро мой любимый праздник Новый год. И я вся в предвкушении и уже хочется готовиться. И вот решила показать вам вот такой вот маникюр елочки. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и не переключайтесь. Я уже нанесла базу под лак. И он у меня уже высох. И теперь мы будем использовать вот такой вот зеленый лак от Essence. И накрашу все свои ногти. Ногти мы уже накрасили, оставляем их высохнуть и затем покроем наши ногти вот таким вот блестящим зеленым лаком. Я нанесла вот такой вот блестящий зеленый лак на свои ногти. Теперь я оставлю, чтобы это отлично, очень-очень хорошо высохло. Если вы где-то вылезли или у вас что-то испачкались, то можно использовать жидкость для снятия лака и ватную палочку. И аккуратненько все протереть. Итак, оставляем наши ногти высыхать. Возьму вот такие вот полосочки, нарезанные из скотча, и буду приклеивать на наш ноготь и делать такую форму елочки. Теперь мы возьмем вот такой вот золотистый лак от Essence, и нам понадобится вот такая вот деревянная палочка. Я буду брать блестки из этого лака и наносить на наш ноготь. Мы нанесли блестки, теперь дадим им хорошенько высохнуть, и затем мы снимем наши полосочки из скотча. Вот я сняла уже скотчевые полосочки, добавила вот такой вот красный стразик, и вот такой вот елочка у нас получилась. Я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!